подсадить здесь. Девайс уже на месте. Снайперская винтовка тоже может выйти сейчас убить бомбера. Не получается, Хампус промахивается, но... Все еще большинство сохраняется для команды защиты. Слушай, ну это играбельно. На самом деле здесь 3 в 5 очень непростая, ну не то чтобы непростая, но для атаки, в общем-то, терять-то нечего. Можно спокойно разыгрывать этот ретейк. Еще один смог прилетает на КТ. Ай-яй-яй, довольно много выигрывает. Здесь ребята из G2. Джекс, необычный угол. Девайс его не контролит. Джекс делает фраг. Хантер, Аманек остались вдвоем против четверых. Но время играет против команды NIP. Рез, Хантер! 1-1! Он берет этот раунд! 16-11! Команда G2 выигрывает эту карту! Де Инферно! Хантер, не слышу! Я вас не слышу! Говорит, не слышу! Авича Арена! И это нереальный клатч от Хантера, от... Вообще команда G2 хороший раунд. На самом деле этот выход на точку Б. И как же они только что 3 в 5 выстрелили.